У нас здесь собралось 18 человек, молодых, перспективных, талантливых, из которых потом человек 6, главный тренер Сергей Бизаревич, выберет на дальнейшие сборы, когда приедет уже один из основных человек, и дальше будет продолжаться сбор. Вот. А на данный момент, сегодня был первый день, первая тренировка, мы сдали тест, мы бегали, бросали штрафные, средние броски. Вот, поэтому пока. Да, я успел отдохнуть и уже заранее начал тренироваться, готовиться к этому сбору. Поэтому чувствую себя хорошо. Я думаю, то, что понятное дело, то, что я не в оптимальной форме, но на этом сборе наберу форму обязательно. Ну, был отдых сразу после окончания сезона, буквально неделю, а потом начал готовиться. Первые тренировки – это ознакомление, мы больше тянемся, больше делаем акценты на технику, на правильность. Пока никаких больших скоростей нету, тем более все после отдыха, все сезоны заканчивались в мае, в конце мая. И поэтому мы сейчас больше восстанавливаемся так, чтобы наши связки, наши старые травмы опять нам не вернулись. Команда, в принципе, готовится к товарищеской игре, которая будет 10 числа. Ребята все находятся на просмотре для основной национальной сборной, куда будут отбираться ряд игроков из тех, кто присутствует здесь. Мы живем все вместе в спортивной школе Тимирязевская. Я живу с моим бывшим одноклубником Антоном Астаховичем. На данный момент он перешел в саратовский «Автодор», где я желаю ему удачи. Да, Антон? Да. Я хочу и буду стараться и делать все для этого, чтобы тренер обратил на меня внимание и взял дальше. Конечно, я хочу.